это такой некий коэффициент, который применяется при расчете субвенции из федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондом медицинского образования. Все дело в том, что как раз таки вот при формировании этого индекса бюджетных расходов учитываются там климаты, географические условия территории, плотность населения, расстояние между населенными пунктами, ну и много-много таких специфических показателей. И в соответствии с действующим постановлением, то есть существует как бы ограничение, то есть не менее одного, но не более трех. Для Магаданской области этот индекс в зависимости там от года и там, от населения, от структуры населения, он равняется где-то 4, 4,2. То есть, соответственно, 1,1 и 1,2 он не применяется, что ведет к недополучению средств финансовых из фонда, из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Эта сумма равняется где-то порядка 1,4, 1,5 миллиарда рублей.